канале Илья Попов. И это вопрос-ответ. Так, с первого вопроса. Ты веришь в Деда Мороза? Я верю, потому что у меня в классе никто не верит. Но это вообще не связано. И один раз вот так... Только я, мама... Короче, мы были втроём. В комнате, где подарок от Деда Мороза был, стоял только мой умерший попугай. И вот так после 12 я посмотрел, а там был подарок. Хотя, кроме меня, короче, только... Трое человек было, и все мы в одной комнате. Где-то спрятаться нельзя, потому что там спрятаться нельзя. В окно там... Но это нельзя. Как это сделать в окно? Я ж на 5-м этаже. Так, 150 плюс 150. Сними с собой серф. С собой серф хорошо сниму, и 150 плюс 150... 3-0-0. Скажи да. Еще можно. Ты накрутил подписчиков? Скажи да. Бомжа. Ты накрутил подписчиков? Нет. Как я могу? Ладно. И твой любимый мультик. Фильм, сериал. Мой любимый мультик. Губка Боб, Лунтик. Смешарики. Ну, фиксики на втором месте. Хотя мне еще Винни-Пух нравится. Ну, короче, мне много мультиков нравится. И... Да. Так, и... Да, а, все? Странно. Вроде бы их побольше. Ну, ладно. Сейчас. Да, всего лишь 3. А... Извините. Так, с не 3. Сейчас делаем вот так и... Ты за Россию или за Украину? Этого я говорить не буду. Но кто знает, тот знает. Знают вообще мало, за кого я, но... Ладно. Говорить я не буду. И еще ты богатый или бедный? Ну как сказать? До богатого мне очень далеко. До бедного, не знаю, далеко или немножко. Это как уж сказать бедный. Вот сейчас зарплата. Говори снят. Ладно, скажу. 20 тысяч в месяц. У бедных я не знаю, какая зарплата. Ну, живу нормально. Кушать могу, так что, наверное, средний. И последний. Ты будешь петь песни? Конечно, я ж певец. И скажу по секретику. С Васей на Новый год он приедет, и мы споем крутую песню. Название не скажу. Узнайте на день рождения. Ну и... Вроде бы все. Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока! Сейчас тогда для вас песня. Подпишись на меня и лайк поставить не забудь. Если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Подпишись, все будет классно у тебя!